Здорово, народ. Короче, срочное включение. Сегодня 4 ноября, 16:27 на моих часах. И человек, который был спонсором розыгрыша, отписался мне, говорит, один из человек, который, ну, является победителем, он является кидалой. Вот. В общем, спросил у ребят знающих, большинство кидал, и они на один лад сказали, что типа да, это действительно кидало. Вот. Вопрос этот я задал в чате у Макса Фадина в Телеграме, Гранд Макс чат. Вот. И люди подтвердили, что это действительно кидало. Он находится у многих адекватных продавцов в черном списке. Поэтому мной было принято решение данному человеку самоцветы в виде 100 тысяч не дарить. И я сказал вот ответственному, скажем так, человеку за розыгрыш, спонсору, чтобы он каждому из 9 оставшихся победителей подарил по 110 тысяч самоцветов. Человек с линком Гаранта Боба является кидалой. Он, как говорят люди, притворялся гарантом, выкладывал ворованные аккаунты и сидел часто в чате у Ниндзяги. Поэтому данный человек самоцветы свои 100 тысяч не получает, а остальные 9 победителей получают по 110 тысяч самоцветов. Я считаю это правильным решением. Ну а ваше мнение готов слушать в комментариях. Вот. Так что видео ни в коем случае не байтовое. Я действительно кинул человека на 100 тысяч самоцветов, потому что я победителю по факту не выдал самоцвета. Ну а причину вы уже, в принципе, знаете. Ну и все, ребят. Всем спасибо за просмотр данного видео и всем пока-пока. А, кстати, также хотелось бы опять поздравить людей с победой. Они заслуженно забрали свои самоцветы, а кто-то забрал свой донат. А, кстати, еще человек, который был из Казахстана, Ербол, если не ошибаюсь, Ербулат, я ему вместо $5 в игру, я ему скинул 2000 на его карту, ну, 2000 тенге на его Каспи карту. Вот, как бы, потому что у него аптоида нету, а доступ на АК я тоже просить не стал. Ну, сами понимаете, лишний геморрой тоже не нужен, поэтому 2000 тенге я ему скинул на его карточку. Вот. Все. Всем спасибо и всем пока-пока.